Так, ребятки, всем привет, с вами я, Лапсы. Это у нас уже 10 или 11 стримчик, по-моему, по игрушке Scarlet Nexus. В прошлый раз мы закончили за Юита, сейчас мы... Да, у нас появилась новая игра плюс. А сейчас мы пойдем за Касаны. Да. Касаны Рэндалл после вербовки в ОПЕ она стала элитным кадетом Академии и всегда была лучшей в классе. Спокойная, рассудительная, скрытная, открывающая душу лишь своей сводной все-таки сестре. Она всегда верна сестре, ради которой готова сделать что угодно. Она боец дальнего боя, пользующийся сочетанием дальних атак, несколькими клинками и телекинезом. Ну что ж, давай посмотрим. Давай посмотрим. Уже управление немножечко подзабыто. Сейчас будем вспоминать. Так что как-то так. Фига. Даже сейчас. После стольких лет я все еще жду. Ну давай уже, притяни эти красные нити ко мне, и покончим с этим. Фига, Юита стал каким старым. Я не думал, что они так быстро его покажут. У мира почти не осталось времени. Тебе нужно убить меня, чтобы осталось хоть что-то достойное. Что-то достойное спасения. Я думал, они его позже покажут, собирая осколки истории. Подключаю кабель виртуальной мысли связи. Будет куда больнее, чем во время тренировок придется потерпеть, но да. Помним. Все показатели нормы начинают подключение кабеля САС. Давай. Теперь сестра досмотрит. Я в порядке. Мы справимся. Какова боль от САС? Все хорошо. Я справлюсь. У тебя полоски. Хорошо. Хорошо. Кажется, у тебя все в порядке. Этот экзамен пригодит на пригодность, определит, насколько вы хорошо. Старайтесь изо всех сил. Так точно. Ну давай. Касаны Рэндалл, личность подтвердена. Экзамен на пригодность для работы в отряде подавление иных начинается. Ага, давай. Да, это я все знаю. Да. Мне больше интересно, какова у нее атака. К разным, это я так понимаю, дальность ее атак, что ли? Не совсем понимаю. У Юита, по-моему, такого не было. Так, ага, да, это я все знаю. Не. Ничего у тебя не получится. Так, во, пошли эти, да? Да, это понятно. Ага.
Ну, в принципе, окей. Не такая прям дальняя атака, но окей. А, она не может атаковать так, как Юита. Ну, так я же захватил цель. Он тоже, типа, сменить. Окей. Подожди. Во, получилось. Не. Угу. Хорошо. Так. Угу. Особая атака. Что-то я не помню у Юита особой атаки. Что значит пару дней не поиграл, все уже забыл. Что-то, мне кажется, за Юита как-то поинтереснее, что ли, был геймплей. По крайней мере, мне так кажется. Подожди, что-то я понять не могу. Ну. А, вот, окей. Ага. А, у Юита особая атака была круговая, все, я вспомнил, окей. Нет, не угадал. Ну, касаны, они... Атаки слабые, но, я так понимаю, это несколько атак за раз идет. Плюс дальние. Да-да-да. Не знаю, пока меня смущает что-то в Касана. Отлично, на этом твое обучение завершено. Завтрашний день ты официально состоишь в бою. Но до этого вы, кадеты, получаете увольнительно 24 часа. Да-да-да. Принято. Касане, ну как там экзамен? Довольно просто, как и всегда. А у тебя как?
Наоми. Благодаря твоему совету я смогла выдержать настоящее подключение к САС. У тебя большой потенциал. Будь уверенней в себе. Я просто рада, что ты была такой спокойной. Ты ведь говорила, что снова видела тот сон. Сон о красных нитях? Этот сон тебе снился с самого детства. Да. Не отпускай красные нити. Может, это как-то связано с твоей силой? Не думаю, по крайней мере теперь, когда просмотрела анализ ОПИ. Беспокоиться о том, чего мы не понимаем, ничего не изменит. Я больше волнуюсь о тебе. Надеюсь, мы попадем в один отряд. Да, я тоже. Хотя, скорее, скоро мы это узнаем. У тебя часто бывает недоразумение с людьми, поэтому я буду волноваться, если не смогу присматривать за тобой. Кто бы говорил? Ты такая неуклюжая, что это мне надо всегда быть рядом и спасать тебя от тебя же самой. Ну зачем так грубо, Касане? Эй, разве мы не собирались потом в гробницу Сумираги? А, да. У них же сейчас совместная акция с Баки. Вместе с предсказанием получишь брелок. Жду с нетерпением. Тебе правда нравится Баки, да? Конечно, он ведь такой милый. Давай, пойдем. Так, хорошо. Да. Дай секунду. Можно отключить обучение? А, настройки сложности все-таки у меня обычная была сложность. Ага. Тогда нихерово там писюлей мне давали в Арахабаке. Так. Братцы, это все не то. Ну, что-то я не вижу подсказки. Нет, нет. Вообще не вижу. Хотя, может, я слепой. Короче, ладно, пофиг. Ну а почему бы и нет? Так. Первый сейв за Касаны. Давай. О, хотя бы додумались то, что где-то там внизу будет. Ну, типа то, что не в одни и те же сейвы буду пихать. Окей. Так. Наличных у меня, естественно, нету. Естественно. Это все потом. Возможно, когда-нибудь. Здесь столько народу.
Ну, праздники только закончились, а это гробница отца-основателя Якома Сумираги. Подожди-ка, совместная акция с Баки проходит у гробницы? Думаю, правительство пытается сделать Якома Сумираги более известной фигурой. Впрочем, люди уже молятся на Якома, как на бога, так что, возможно, они его и так неплохо знают. Якума, герой, который спас человечество. Думаю, я видел его в одном из учебников. Он был в маске. Его лицо пострадало во время весны вымирания. Еще он предок председателя. Кстати, я кое-что вспомнила. Говорят, кто-то из семьи Сумираги будет учиться с нами в одном классе. Правда? Ладно. Я нашла, где можно взять предсказание. Мне начинает нравиться жизнь в УПИ. У меня очень хорошее предсказание. А у тебя? У меня ужасное. Ладно. Тогда давай отдай свое предсказание мне. Эй! Вот, возьми мое хорошее предсказание. Не стоило этого делать. Это же просто клочок бумаги. Ну, я тут старшая сестра. И я хочу защитить тебя от плохой судьбы. Ага, то есть все-таки это она старшая сестра. Ладно. Сестренка. Проехали. Знаешь, в такие дни, как этот, почти забываешь о существовании всех этих иных. Да, но мы живем в мире, где все эти иные свободно бродят по городским стенам. Инструкторы много от тебя ждут. Они уверены, что пройдет совсем немного времени, и ты уже почти до Септентриона доберешься. Ранги меня не интересуют. Я просто хочу тебя защищать. Ты что, не слышала, что я говорила буквально только что? Я твоя старшая сестра, так что это я должна тебя защищать. Конечно. Эй, я не шучу. О? Что такое? А, нет, ничего. Просто подумала, что тот парень справа довольно милый. Правда? Похоже, что они оба из УПИ. Возможно, у тебя будет шанс заговорить с ним после поступления. Думаешь, было бы неплохо. В любом случае, брелок с Баки уже у нас. Может, где-нибудь перекусим? Давай, пошли поищем кафе. Так. Когда нас только призвали, я не верил, что этот день наступит. Но теперь мы наконец-то стали официальными членами ОПИ. Обучение было нереально трудным, и я до последнего думал, что провалила последний экзамен. Если бы не ты, Казан, я бросила бы это давным-давно. Большое тебе спасибо за поддержку, и давай выложимся на полную, Касаны. Ну, это я уже читал. Да. А, забери товары, ага. Так, Strangle Arm система. Более соединение наших мозгов виртуальным кабелем было куда сильнее, чем можно было ожидать. Ты точно в порядке, Касаны? Обязательно скажи, если будет больно. Ценю твою заботу, но мы же говорили о передаче твоего объема такого объема данных, чтобы он позволял одалживать способности других. Неудивительно, что процесс не из приятных. Но если что, обязательно тебе скажу. Ты тоже не напрягайся слишком сильно, Наоми. Так, подожди. Тут же хилки были. О, помню еще. А, усиление силы. Ну, хотя бы так. Так.
Обидно то, что все усиления, все деньги, все это, все хилки улетели. Остались там с Юита. Мне единственное интересно, до какого момента будет длиться игра за Касаны. Теперь я аж сомневаюсь, то, что до самого конца. Как с Юита. Да-да-да, это мы помним. Что? Иные? Тревога? Но по прогнозу сегодня в этой части Сон не должно быть иных. Они приземляются прямо здесь, в городе. Всем отрядам ускориться. Не пропустите вторую волну. Огонь! Предупреждение перемещения? Они отправили в бой Алых Стражей. Септентрион Карен и Фубуки. Погоди, а Фубуки тоже Септентрион разве? Фубуки! Я, кстати, походу поначалу вообще думал, что это девчонка. Это же Септентриона. Генерал-майор Карен Треворс и Фубуки Спринг. Полк Карена, полк Фубуки, плана, выдвижение. Всем гражданским, направляйтесь в убежище. Да, походу, я реально думал, что это деваха. Но раз они Септентрионы, нужно оставить это им. Идем в убежище, сестра. А, да, поторопимся. Иной побежден одним ударом. Септентрион первого класса генерал-майор Карен Треворс по прозвищу Мозгократ просто невероятен. Мозгократ? Он что, ворует у людей мозги? Может, еще и ест, как иные? Нет, он копирует способности других псиоников. Поэтому он и может использовать столько разных способностей. Это еще что? Они пытаются отбиваться, но генерал-майор Треворса не... Но генерал-майора Треворса не сломить. Генерал-майор Фубуки... Ни минуты не колеблясь, замораживает и новое. Септентрионы удивительно. Не время смотреть телевизор. Нужно эвакуироваться. Помогите! Берегись. Это слишком опасно, сестра. Мы ведь еще не в УПИ. Но мы не можем просто оставить ее умирать. И здесь больше нет никого со способностями. Кто мог бы сразить ценами? Если хочешь ее спасти, дай мне это сделать. Я тоже буду сражаться. Ладно. Ты заходи справа, а я слева. Договорились. Ну давай. Так, спокойно. Ага, я понял, она немного медлительная.
Смотри, в чем прикол. Короче, Юита, наверное, с более тяжелым оружием, но он с ним более легче как-то управляется. А у Касаны это легкое оружие, но... Но управлять с ним как-то, не знаю, очень тяжело. Здесь опасно. Пожалуйста, поторопитесь в убежище. Да, мам, спасибо. Там еще остался иной. Ты готова? Да. Больше никто не должен пострадать. Давай уничтожим его. Да-да-да, это мы знаем. Ну, пипец, блин. Типа так она более резвая, чем Юита. Но управляется она с оружием, не знаю, тяжелее. Мне так кажется, по крайней мере. Барашек. О. Касане-чан. Касане. Это они. Я их видела у гробницы Сумираги. Наверное, это их я видела у гробницы Сумираги. Ага. Она читает будущее. Окей. Через 10 секунд. Да, они в опасности. Даже я вижу. Позабудьте пока об упавшем парне. Я сама разберусь с ним. Хорошо. А теперь умри. Странно. Ты гражданский? Это она? Ты из УПИ? А, нет, я кадет. Понятно. В любом случае, цель у нас одна. Одна цель? О чем ты? Ты что, идиот? Тихо. Что-то приближается. Что приближается? Вот что. Ну ладно. Это все? Твоя реакция? Серьезно? А ну ладно. Ну, приближается, приближается, пофиг. Да, 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 да. Так, это... А, нет, это не то. Я думаю, это сейчас пол будет оскверненным. К сожалению, дамага у Касан не очень много. Отлично. С ближайшими покончено. Да.
Касана, я спасла того парня. Наги, ты в порядке? Да, Наоми спасла меня. И я, наверное, выгляжу полным идиотом. Я рада, что ты не ранен. Спасибо, сестренка. Вы сестры? Да, они обе, как и мы. Кадеты ОПИ. Позвольте представиться, я Наги Карман. А это Юита Сумираги. Я Наоми. Наоми Рэндалл. А это моя младшая сестра. Касане Рэндалл. Так это от вас было столько шума? Алый страж уничтожили иных. Что? Одержав эту потрясающую победу над иными, вы спасли район Рюдзин. Что? Ну... Что это? Интервью победителей? И именно так. Как вы себя чувствуете? Что? Здесь мы можем поговорить. Что тут происходит? Я Лука Треверс. Септентрион шестого класса Лука Треверс? Ну, я не привык этим хвастаться, но да. Ты прав. Все здесь кадеты. Откройте порты, чтобы я мог подтвердить ваши личности. Лука Треверс, регистрационный номер. Запрос соединения разрешить? Ну да, соединение разрешено. Возражений не будет? Благодарю. Значит, вы четверо кадеты УПИ. Кадетам запрещено сражаться с ними. Простите. Иные вошли в местное воздушное пространство, и гражданские оказались в опасности. Разве не УПИ несет ответственность за это? Касана, тебе не стоит такое говорить. Суровые слова, но ты права. Кадет Касане Рэндалл. Полагаю, вам всем есть что сказать. Но первым делом нам нужно доложить в штаб ОПИ. И держитесь подальше от прессы, хорошо? Так точно. А это что? Боевые потери. Убиты двое солдат ОПИ, не держусь-то. Думаю, там все прикрыто, но лучше не присматриваться. Что? Почему? Потому что иные едят человеческие мозги. Да, вид безголовых тел может не лучшим образом сказаться на вашем душевном здоровье. Я только представил. Их бы стоило телепортировать или апортировать отсюда. Да, морга слишком далеко. Да и наши силы не бескраничны. У нас есть время, так что давайте немного поговорим. Полагаю, вы уже знаете, что у одного человека может быть лишь одна способность одного типа. Но у каждого типа способности есть свои подвиды. И особенности. Да и у людей, которые ими овладеют, есть собственные силы и сильные и слабые стороны.
Когда мы используем способности в бою, нам приходится полагаться на устройство, ослабляющее нагрузку на мозг. Поэтому-то, что можно сделать без использования способностей, или то, что не требует срочности, а делается вручную. А, да, точно, простите. Так, мне уже пора. Это бы ждало и нас, если бы мы не уничтожили иных первыми. Я не позволю этому случиться. Мы все из 567 класса, да? Будем держаться вместе и станем отличными бойцами. Ага. Не бойся, я защищу тебя, сестричка. Идем. Ой, пока-пока, Хида, Наги. Что такое? Почему мы не пошли с ними в штаб? Потому что нам нельзя. От этих двоих одни проблемы. Нужно держаться от них подальше. Но... Тебе понравился тот парень, Юита, да? Ну, когда я увидел его в гробнице Мираги, он показался мне милым. Понятно. Тогда я постараюсь побольше о нем узнать. А до этого держись от него подальше. Побольше узнать? Он Сумираги. Сумираги? Ну, знаешь, председателя совета. А, значит, он сын председателя. Ну, так будет даже проще все разузнать. Касаны, ты сильно отвлекаешься, так что этим займусь я. Пока что давай вернемся в штаб. Стой, твоя заколка съехала. А? Давай, я поправлю. Вот, так вот лучше. Спасибо. Нет, это тебе спасибо, что я надела. Я знаю, ты не очень любишь такие вещи. Но ведь ты... Это ведь ты ее сделал для меня. Поэтому мне нравится. Эти заколки — знак того, что мы сестры, верно? Да. Их всего две. Только для нас. Так что береги ее. Пек. Да-да-да-да-да. Это все потом. Тут у нас, по-моему, да. Было. И где-то еще тут было. Нет. А, вон, вижу. Так, сейф. Подожди. Не показалось. Но... Спасибо. Эй, это же те кадеты. Полагаю, это вы кадеты Наоми и Касана Рэндалл. Как вы чудесно сражались с теми иными. А? Не обращай внимания. Пошли. Но вы ведь еще кадеты. Разве вам не было страшно? Ваш отец генеральный директор Рэндалл Индастрис. Это была его идея отправить вас в УПИ.
Цукуни стоит. Так, какая. Смотрите, какие леди к нам присоединились. Ты ведь Касане Рэндалл? И что, если так? Касана, не будь такой злюкой. Ну же, Сиден. Так ты друзей не заведешь. Капитан Сета? Я не... Так, за дело. Надо побыстрее с этим разобраться. Вы ведь кадеты Наоми и Касане Рэндалл, да? Я с этим руками. Второй полк, восьмой взвод. Септентрион седьмого класса. Капитан с этим руками? А, вы слышали обо мне? Да, меня так и называют. Председатель Сумираги хочет поговорить с вами обеими. Живо в его кабинет. Командующий Сумираги? Он родственник Юито Сумираги? Он старший брат Юито. Ах да, вы сражались вместе с Юито Сумираги, но я уверен, вы быстро поймете, что председатель куда строже своего младшего брата. Полагаю, он на вас наорет за то, что вы, кадеты, сражались без приказа. Но на кадетов постоянно кто-то орет. Выдержите. Кстати, как по мне, вы отлично справились. Не, тут я ничего пропускать не буду. Послушаем еще раз. Правда, она все равно тихая. А, прям хорошо на душе стал. Так. Фаза первая. Поиски свободы. Давайте поприветствуем наших новых товарищей этого года. Касане, Наоми, представьтесь. Касане Рэндалл, моя сила телекинез. Рада знакомству. И это все? А ты скромнее, чем я думала. Ладно, дальше. Да, мэм. Меня зовут Наоми Рэндалл. Я старшая сестра Касаны, и моя сила предчувствия. Хотя я могу предвидеть только ближайшее будущее. Постараюсь быть всем полезной. У меня мало опыта, но я рада быть здесь. Наоми, это было хорошее представление. Сестры Рэндалл, наши новые товарищи. Касане выпустила лицо лучшей в классе, а Наоми была пятой. Они обе умные и очень талантливые. Тем не менее, они всего лишь маленькие утята, которые только-только встали на ноги. Так что приглядывайте за ними.
А теперь поприветствуйте Сидана, который перешел к нам из вода Кадамы. Представься, пожалуйста, Сидан. Сидан Риттер. Моя сила электрокинез. И я не собираюсь ни с кем дружить. Да-да-да. Похоже, ты все еще на стадии подросткового бунта. Что? Что ж, посмотрим. Гемма, ты ведь знаком с Сиданом? Из-за упрямства он не вписывается во взвод Кадамы, но зато он очень трудолюбивый. Не вписался. Будьте с ним помягче. Не издевайся! Никто над тобой не издевается. Я понимаю, что сначала может быть неловко, но постарайся со всеми поладить. Мы здесь не просто взвод, мы семья. Считайте меня своей матерью, и вы всегда можете со мной поговорить о чем угодно. Ах да, похоже, я забыла представиться сама. Меня зовут Кёка Эден. Моя сила клонирования. Я глава 8-й роты 1-го полка и командующая 1-го взвода. А теперь все остальные, представьтесь. Гемма Гиррисон, моя способность склерокинез. Рад встрече. Похоже, добровольцев здесь нет. Добровольцев? Люди, которые вступили в УПИ по собственному желанию, а не потому, что их завербовали. Они просто мусор по сравнению с нами, завербованными. Сиден, я не потерплю дискриминацию в своем взводе. Это не дискриминация, я просто указал на очевидные различия. Возьми свои слова обратно. Простите. Ну, похоже, я последняя. Я Харука Фрейзер. Моя сила — телепатия. Приятно познакомиться со всеми вами. Хорошо. Теперь, когда все представились, пришло время для тренировок в рабочих условиях. Будем действовать в отрядах по двое. Касана и Сиден, Гемма и Наоми, подключайтесь к САС. Я буду поддерживать всех как командующая. Собираемся в Мидзухагаве через час. Разойтись. Мидзухагава, это у нас стройка? Эй, Касана, главный в отряде я, ясно? Я беспокоюсь. Что? Думаешь, у меня нет нужных качеств? Что? Почему ты так кричишь? Что? Ты... Прости, но я собираюсь присоединиться к другому отряду. Как ты смеешь надо мной издеваться, новенькая? Ты что, идиот? Наконец-то над Сиданом начали нормально работать, а? Господи, как я долго этого ждал. Касана, мы ведь в одном взводе. Нужно ладить друг с другом. Прости за это, Сидан. Почему ты извиняешься? Я просто переживала, что мы будем в разных отрядах. Поэтому поговорю с майором. Касана, несмотря на внешность, я здесь командую. Я гораздо сильнее тебя, так что не переживай. Еще я видел результат Наоми. Она отличный боец. Ты должна верить в нее. Слушаюсь, майор. Хорошо. И старайся быть мягче Сиданом. Идем, Наоми. Есть, мэм. Ладно, а теперь подключаемся к САС. Я буду лидером. Что? У тебя проблемы со слухом?
Нет. Хорошо, идем и не отставай. Мы отправляемся в Мидзухагава. Эх ты! Касане, погоди-ка! Ты ведь Харука, верно? Да, приятно познакомиться. У меня сообщение для тебя по поводу Биас. Похоже, я забыла отправить тебе прошлое сообщение, прости. Биас? Это название системы поддержки мозга, которая помогает использовать способности на полную мощность. Это разработка ОПИ. Каждый год мы отбираем людей для сбора статических данных о действиях БИАС. Тебя выбрали на эту роль. Эта система все еще в разработке, поэтому она нестабильна. И никто не знает, какие могут быть побочные эффекты. Значит, они хотят, чтобы я стал подобным кроликом. Что я должна сделать? Рада, что ты быстро схватываешь. Ну, это приказ, так что отказаться ты все равно бы не смогла. Попробуй запустить ее. Думаю, она установилась вместе с другими системами. И это все? Ничего не поменялось. Система работает внутри твоего мозга, используя способность, чтобы отображать видение. Способности всего лишь помогают визуализировать объекты, и чем больше ты сосредотачиваешься, тем они мощнее. Да, и подключение к САСА должно должно стать более стабильным. К сожалению, боль никогда не проходит. Ну, в сути, я поняла. Выходит, мне просто нужно все время держать систему включенной. Еще, это всего лишь слух, но, думаю, ты должна знать. Некоторые говорят, что из-за БИАС люди могут потерять рассудок или стать эмоционально нестабильными. А, я понял теперь, о чем это. Типа этот, как он... Не ускорение мозга, а расширение как-то пространства, или как оно там было. Так что не перенапрягайся. И сразу сообщи, если заметишь что-то странное. Конечно, я сообщу. Прости, что задержала. Не опаздывай на задание, увидимся. Эксперимент. Интересно, сработает ли это? В любом случае, беспокойство ничем не поможет. Встреча была запланирована в Мидзухагаве. Как только буду готова, отправлюсь туда. Да. Здорово, Арин. Так. Тыф. Ну. Вот так. Так. Легкое желе есть. Это зачем? Подожди, это что это? Нет, это не боевое оружие. Ага. А, окей, это оружие, да? Да, это оружие. Да. Так. Что ж, будем... Я не в восторге от ситуации, но с приказами не поспоришь. Придется все-таки объединиться с вами. Слушай, новобранцы должны вести себя как положено новобранцам. Тихо и скромно, ясно? Прости, Исида, но ты явно это говоришь не той персоне. Это замечательная возможность прояснить несколько вопросов. Наверное, все вы знаете, как попасть в ОПИ можно несколькими способами. Два основных способа — добровольное вступление и призыв. В первом случае вы поступаете в ОПИ до достижения 16 лет, а во втором вас призывают на службу. Человека призывает на службу вербовщики ОПИ. Если он проявит способности на общенациональном тестировании, это прописано в законе, и гражданин не имеет права на отказ.
Говорят, кое-кого призывают на службу даже во взрослом возрасте. Очень хорошо. Да, это так. И неважно, был ли кто-то призван или вызвался добровольцем. Если в итоге человек оказался в УПИ, у него есть замечательные способности. Кстати, в нашей команде ведь нет никого, кто бы считал, что призванные бойцы УПИ лучше остальных. Правда, Сидан? Простите. Ничего страшного, Сидан. Просто не забывай об этом впредь. Так. Отличная работа. Если бы не вы, подумать страшно, что могло бы произойти. Большое спасибо. И я не шучу. Юита, благодарю за сообщение. Денек выдался не из легких, правда? Но ты же знаешь эту поговорку, мол, без дождя не бывает радуги. Думаю, завтрашний день принесет с собой что-то получше. Спасибо за добрые слова, Наоми. И огромное тебе спасибо за сегодня. В следующий раз я тебя непременно защищу. Все равно Наоми буду защищать я. Так что ты об этом не беспокойся. Ты довольно тощий. Тебе бы подкачаться. Без дождя не бывает радуги. Это же знаменитая фраза Баки. Постой, Наоми. Тебе тоже нравится Баки? Я его обожаю. Так тебе тоже нравится Баки, Юита? Ой, я так рада. Да, цитата Баки просто блестящая. А там, где есть улыбка, есть и счастье. Баки не только мил, но и вдохновляет. Мне это очень нравится. Я здесь третий лишний, что ли? Значит, тебе тоже нравится Баки, Юита. Это хорошо. Я об этом не забуду. Так, ну, в принципе, это ладно, пофиг. Поехали сразу. Чё время терять, правильно? Правильно, Мизухагава? Да, да, это стройка. Эти у нас начинали, получается, в заброшенном городе, а эти на стройке. Ага, хорошо, ладно.